Наркополицейские сегодня уничтожали вещдоки в огонь. Они отправили 562 грамма одурманивающих веществ. Это амфетамин, марихуана, гашиш, маковая соломка и другие психотропные средства, изъятые в 2012 году. Те, у кого были обнаружены эти запретные запасы, уже осуждены по уголовным статьям и отбывают наказание. Но есть и те, кому встреча с Фемидой только предстоит. Так, в этом году наркополицейские возбудили 89 уголовных дел. Из них 61 за сбыт наркотиков и 5 за содержание и организацию наркопритонов. Изъято с начала года более 5 килограммов сильнодействующих веществ, в том числе 10 граммов героина, более 65 граммов марихуаны и более 3 килограммов гашиша.